Их миссия – спасение. 20 апреля в России отмечается Национальный день донора крови. Благодаря этим добровольцам, которые готовы отдать свою кровь другим, удается спасти тысячи жизней. Во всех городах страны, в том числе и в Твери, ежедневно функционируют пункты сдачи крови. О тех, кто идет постоянно на этот тихий подвиг, и о тех, кто решился на этот шаг впервые, а также как стать частью большой донорской семьи, расскажет наш корреспондент. По данным Центра гематологии, в России в переливании крови ежегодно нуждаются около 1,5 миллионов человек. Согласно цифрам Всероссийского центра изучения общественного мнения, за последние десятилетия количество доноров выросло с 36% до 45%. В Тверской области также с каждым годом расширяется донорское сообщество. Только за прошлый год 7,5 тысяч жителей Верхневолжья сдали кровь более 16 тысяч раз. Среди доноров часто можно встретить медиков. Национальный день донора медсестра Ирина Горькова встречает в процедурном кресле. Уже четвертый раз сдавала. Первый раз было не страшно. Начала сдавать в 20 лет, наверное, кровь. Вот. Тоже работаю в медицине, особенно в реанимации я работаю. Вот. Поэтому нашим больным мы часто капаем кровь. Необходимость процедуры, а вместе с тем ее безопасность и быстроту, отмечает опытный донор-медик Татьяна Дрыган. Учусь и работаю в медицине. Я знаю, как это важно, как необходима кровь, поэтому я сдаю. А сколько времени заняла сегодня процедура? У меня быстро. Полчаса, час максимум. Я же не первый раз, поэтому быстро. Если Татьяна и Ирина хорошо знакомы с процедурой забора крови, то 19-летняя студентка-медик Елена Чикина – новичок. Было волнение. Учусь в медицинском, как призвание. Каждые 3 месяца сдавать кровь. Было немного боязно, но потом вроде прошло все хорошо. Около 30% участников донорских акций – новички. Отзыв от населения есть. По словам главного врача Тверской станции переливания крови Евгения Беляева, дефицита в регионе нет. В 2021 году у нас служба крови, которая представлена Тверской станцией переливания крови, отделением переливания крови в областной больнице и отделением переливания крови Кашинской больницы, всего заготовили около 8 тонн крови. В этом году мы за первый квартал уже получили порядка около 2 тонн крови. Часто переливание необходимо при травмах, при проведении операций и онкобольным. А с апреля началось сотрудничество Тверской станции переливания крови с Кировским институтом гематологии по формированию регистра потенциальных доноров стволовых клеток. Это было жизненно важное решение, считает спортсмен Артем Алискиров, 3 года боровшийся с лейкозом. А потому о необходимости развития этого направления он готов буквально кричать. После лечения я стал немножко по-другому на жизнь смотреть, и на то, что нужно все вокруг посмотреть и что-то сделать. А что сделать? Ну, понятное дело, что если я после лейкоза, а у нас в стране всего лишь 120 там, тысяч доноров в регистре, а в Германии 9 миллионов. На станции переливания крови пока путь в регистр открыт только бывалым донорам. А в одной из частных клиник Твери стать кандидатом может любой желающий. Для этого достаточно сдать кровь из вены. Абсолютно бесплатно. Спортсменка Дарья пришла одной из первых. Простое дело делается очень мало. И мы как раз должны подать пример людям, которые, может быть, боятся, но хотят помочь. И это как раз-таки тот шанс, когда можно помочь людям. Процедура забора костного мозга девушку не пугает, тем более в наши дни это такая же сдача крови. Только процедура растянута на несколько часов. Независимо от того, где взяты образцы крови, они будут отправлены в Киров. Специалиста будет интересовать определенный участок ДНК-цепочки. Он должен совпадать с образцом того человека, которому необходима пересадка костного мозга. Конечно, вероятность попадания невелика, но она есть. А это уже спасенная жизнь от такого страшного заболевания, как лейкоз. От донора требуется совсем немного – добраться до пункта приема крови. Но главное, какова цель, а это спасение чьей-то жизни.